Концерты, поездки на фестивали и снова выступления и репетиции. Такова жизнь коллектива «Шишмя». У ансамбля есть свое лицо, чистота звучания, динамика. И как важно, чтобы дело, которым занимаешься, не пропало бесследно. Прекрасно, когда есть преемники, продолжатели традиции. Конечно же, это дети. На сцене достойная смена. Детский вокальный ансамбль «Шишмя Томшалара» с песней «Милые взрослые». Встречайте! Yeah.
Чишмя там шалара, друзья! Спасибо большое, девочки!